Добрый вечер. Прошу сюда. Спасибо. Что закажете? Принеси что-нибудь выпить. Хорошо, с чего начнете? Послушай, у меня день не задался. Принеси мне то, что нравится тебе. Я выпью. Хорошо, спасибо. Как пожелаете. Это лишнее, капитан. Присаживайся. Правда, не нужно? Ты кто такая? Тебе что нужно? Ты ведешь свою борьбу. А я свою. Послушай, вокруг гражданские. Угу. Давай мы с тобой тихонько выйдем отсюда, и ты сдашься полиции, которую я сюда вызову. Ты не вызовешь полицию. Если хочешь, чтобы я прикончил тебя здесь, я возражать не буду. Ваш унтер-офицер. Как его звали? Того, у которого дочь. Тимур. И? Сегодня вечером они с дочкой пошли в кино на сеанс в 7. Мультфильм называется «Муравей-разбойник». Видимо, что-то милое. Что ты с ними сделала? Ничего. Ничего не делала. Но с ними случится то же самое, что ты сделаешь со мной здесь. Позвони ему, капитан. Давай же. Звони. Тимур, ты где? Я пришел с дочкой в кино. Что-то случилось? Капитан, что-то произошло? Не порти веселье отца с дочкой, капитан. Просто послушай меня всего несколько минут. Это все. Алло, капитан? Ничего, Тимур. Я позвонил просто так. Хорошо провести вам время и поцелуй дочь от меня. Понятно, капитан. Извините. Ну, что я пропустил? Я что-то пропустил?
Что тебе нужно? В Иране похитили 7 подростков-кашкайцев. Рассказывай. Их везут к Бехраму Сабо. К Бехраму Сабо? Угу. Ведь ты больше всего на свете хочешь достать именно его, верно? Он убил твоего брата. Это правда? Послушай, я готов достать оружие. Что тебе нужно? Послушай, если тебя назначат на эту операцию, знай, что там будет убийца твоего брата. А если тебя на нее не назначили, знай, что твои командиры пытаются держать тебя подальше. В любом случае, это твоя война. Что еще расскажешь? Если хотите добраться до этого мерзавца, проследите за Нико. Откуда тебе все это известно? Ты не спросил, что я хочу взамен. Я 1000 тебя уже спрашивал, что тебе нужно. Я хочу Ли. Помогите мне его забрать. Маленькая собака мне, а большая тебе, так? Поверь мне, никто не может ненавидеть его больше, чем я. Но он всего лишь маленькая деталь большой структуры. А я воюю с ними всеми. Я борюсь за свою родину, за земли, на которых родилась, за свое существование. За моих близких, которые были уничтожены в концлагерях. Только за них. Пойми хотя бы это, капитан. Еще увидимся. Фильм закончится через 20 минут. Не превращайте их жизнь в кошмар. Подождите 20 минут.